Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Малорама. Сегодня расскажу краткое содержание 42 серии сериала «Ранняя пташка». Любовь Джана и Санэм восстанет из пепла, огонь может сжечь все, кроме воспоминаний. Джан врывается в эпицентр пожара и, борясь с огнем, понимает, что любовь не сгорает и не заканчивается, она вновь заискрится. Увидев Джана с банданой в руках, это же осознает и Санэм. Но многое за этот год произошло, им необходимо поговорить, вспомнить. Джан и Санэм не могут никак поговорить. Узнав про исчезновение Дженнера, им приходится пойти на его поиски. Разумеется, вместе. Возможно, это даст им шанс поговорить обо всем, что накопилось. Кто знает. В это же время Эмре ради любимой терпит все, что происходит в его жизни. Он остался без работы, но даже не может высказать свое огорчение, чтобы не расстраивать жену. Эмре ото всех скрывает, что его уволили. Интересно, что может стерпеть человек ради любви? А Джан при помощи Эмре загоняет в угол Егита. 42-я серия сериала «Ранняя пташка» выйдет в эфир 18 мая в 20:00 по московскому времени на телеканале Star TV. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал Малорама, ведь впереди много интересных выпусков по турецким сериалам и не только. До скорых встреч!